Важная находка в селе Гатеш Кантемирского района. Обнаружили захоронение, которое, скорее всего, относится к периоду позднего средневековья. Речь идет о человеческих останках, монетах и фрагментах керамической посуды. Чтобы детально изучить все материалы, отечественные археологи позвали на подмогу румынских коллег. Объекты были обнаружены в декабре. Координировал работы Влад Ворник, директор Национального агентства археологии. Это могила двойного захоронения. Гробница, в которой находятся взрослые и детские скелеты. Длина скелета взрослого человека 1 м 60 см, а ребенка 1 м 10 см. Это гробница с двумя скелетами в лежащем положении, с руками на груди, принадлежащая христианам с головой, обращенной к западу. Обнаружили археологи также польские и венгерские монеты. В этой зоне мы определили при помощи металлоискателя наличие монет. На таких кладбищах, особенно у детей, находят монеты с отверстием в виде медальонов. На одной стороне этой монеты изображена Богородица. В ходе работ специалисты обнаружили также бусы и осколки керамики, характерные для начала Железного века. А часто конится. И у вас... Это чаша, сосуд 1-3 веков от Рождества Христова. В этом сосуде были найдены три бусинки. Одна из янтаря, а эти сделаны из стеклянной пасты. Несомненно, что это находка римской эпохи. Не исключено, что эти гробницы также принадлежат тому периоду. Pentru a afla mai multe informații despre descoperirile arheologice, este necesar și de cercetări interdisciplinare. Descoperirile sunt efectuate de către antropologi, specialiști de care Republica Moldova nu dispune. Fragmentele umane descoperite la Gotești urmează a fi analizate de către doctor în științe antropologice, Angela Silmac, care va veni de la Iași în luna februarie. Pentru Primele Știri a fost Irina Ciobor, Vitale Postolache.